И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Ко. С вами, как всегда, я, Александр. И пушистая мордочка Булатик. На дворе у нас сегодня 30-й день лета. Мы прогуливаемся на площадочке. Прошел дождик. Ну так, в принципе, тепленько, хорошо, вечерок. Красота ляпота. Вон там бежит какая-то собачка незнакомая нам. И Булатик решил узнать, что там за собачка. Собачка с бантиком, явно девочка, тем более по довольной морде. Видно, что девочка, да? Девочка, новая девочка какая-то. Девочка новая какая-то. Она съест сейчас тебя, девочка. Видишь, какая девочка? А не, мальчик там. Это мальчик. Здравствуйте. А у вас кастрированный мальчик, не? Да, да. А, мы уже да, мы гуляли, я же помню вроде что. Мы зайдем, да? Да, конечно. Влад, зайди. Жди. Жди. Да, жди. Кевин, иди сюда. Да ничего, Саш. Вадик, ты сюда. Я, Саш. Ага. Вадик, сюда, давай. Вот так вот гоняют Алабаев. Булатик думает, что эта девочка сдачи не дает. Ага. Не страшно? А дорос у вас хлопчик? Годы 9. Ты куда? Ну на этом мы закончим сегодняшний коротенький видосик. Да, отходи. Отходи, Булатик. От этого. Да, отходи. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайкосики. Обнял, приподнял, поставил, где взял.